прикоснуться к боевым орудиям и пройтись по местам воинской славы. Около 400 курчатовских школьников посетили бесплатные экскурсии в рамках проекта «Я патриот своей страны». Они побывали на третьем ратном поле России, в мемориале в честь героев Курской битвы и в музее-заповеднике Прохоровское поле. 29 октября ребята собрались в Центре общественной информации Курской АЭС, чтобы подвести итоги и обменяться впечатлениями от поездки. Почувствовать дыхание войны и услышать металлический скрежет наступающей боевой техники. Ужас, который пережили наши деды и прадеды, защищая страну от фашистов, Марина Татаренко боится даже представить. Музей стоит огромная панорама, называется «Война», все это издает звуки. Все это, конечно, все-таки заставляет задуматься о том, что было раньше, и как же все-таки наши предки добились этой победы. И все-таки, да, пришлось задуматься, и не только, думаю, мне и всем ребятам, кто был в этой поездке. Ирине Масаловой поездка тоже врезалась в память. Вместе со своими одноклассниками девочка перенесла на бумагу переполняющие ее эмоции. Я горжусь своими предками тем, что они смогли отстоять свою родину. После уроков мы оставались делать стенгазету, и тогда многие из нас, ребята, которые были в поездке, создали свои четверостишия, вспоминая вот ту чудесную поездку. Проект «Я патриот своей страны» был разработан Курчатовским станичным казачьим обществом для участия в конкурсе Ассоциации территорий расположения атомных электростанций. Он вошел в число лучших и получил финансовую поддержку со стороны организаторов. На экскурсии для школьников было выделено около 400 тысяч рублей. У нас дети были из всех школ включены в возрасте от 12 до 17 лет. Школы были охвачены не только города Курчатова, но и Курчатовского района. Детей решили брать из многодетных, малообеспеченных и дети-сирот. Научить детей уважать прошлое, а главное – ценить и беречь мир на земле. Такую задачу ставили перед собой авторы проекта. Они уверены, эту работу необходимо продолжать, ведь многие школьники до сих пор до конца не осознают, какой ценой достигаются военные победы. Инна Зекунова, Андрей Зарубин, телеканал «7».